Віншаванні до Дня Маті протягуються. У Гомелі волонтери Червоного Крыжа повіншували жінчин, яких у день свята виписали з родильного дома. Подробязности у Вероники Гамзюковой. Каля Гомельской городской клиничной больницы номер 2 у святочный день, як николи шматлюдно. Повиншовать мам с выпиской приехали не только их родные сябры, але и представники администрации советского района с волонтерами Червоного Крыжа. Под музыку городского оркестра жанчинам уручили подарунки, приналежности для немаулят. Дню мамы, в день святого покрова, мы хотели бы, чтобы этот праздник действительно стал уникальным. И не каждую маму, которая выписывается из роддома, встречают оркестр. И сегодня мы вот дарим, городские оркестры дарят сегодня свою программу, а волонтеры Красного Креста поблагодарят мам, которые родили деток, и в день матери они получили выписку, присоединяются к своей семье, и действительно у них начинается такая новая профессия мамы. Первая, кто принимает веншаванне с пополнением у семьи, мать четверых детей Мария Ковалева. С новорожденным хлопчиком ей сострокают муж, дети и сябры. Жанчине вельми сподобалась нечаканная урочистость. Было как-то неожиданно, не ожидали, что нас так будут встречать и провожать. Приятно, очень приятно. Таких бы побольше поздравлений. Всем мамочкам здоровья, детям тоже здоровья, всем счастья, благополучия. Чтобы все росли здоровенькие, счастливенькие. Организаторы акции кажут, что имкнулись створить для удельниц правдную каску в этот святочный день. А музыканты городского оркестра им допомогли у гэтым. Махчима, у будущем формат таких веншаваний устанет доброй традицией. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель».